Нежная утка, которая готовилась в духовке в течение 2 часов примерно. Мясо использовалось где-то килограмм-полтора свежего. Это были грудки и бедра данной птицы без кожи. Она мариновалась около суток в смеси соли небольшого количества с приправами, травами, с чесноком и медом в отдельной таре. Потом выкладывалась на подушку из слегка тушеной свежей и квашеной капусты. Далее, собственно, шел слой мяса, потом остатки чернослива и, опять же, самой капусты. Также слегка тушеной, которая получилась достаточно вкусной и нежной. Общее время приготовления составило 2 часа с периодическим вытаскиванием, чтобы посмотреть, как сам продукт выглядит, чтобы не пересох. Естественно, для этого использовалось и масло немного растительного и сливочного, так как кожи на утке не было. Резать я ничего не стала, все довольно большими кусочками пропеклось. Получилось ароматно, нечто среднее между чешской, австрийской, немецкой, возможно, польской кухней, может, российской. В любом случае, очень вкусно. Да, тара использовалась керамическая, в которую я положила натертую, опять же, маслом фольгу. Собственно, капуста тушилась где-то минут 10-15, не больше, то есть уже была совсем готова. В принципе, можно обжарить утку, было заранее, но мне этого не хотелось. Получилось, что получилось. Главное, вкус, нежность, аромат и сытность очень приятные. Поэтому советую данный рецепт всем, кто любит готовить. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки.